Всем привет! Тема сегодняшнего видео – это заработок в интернете. И сегодня речь пойдет о видеохостинге Эльбры или Либры, некоторых называют, не путайте с эфемерной криптовалютой Либры. Так вот, это зарубежный хостинг, русского языка здесь нет. Ну, я перевел через Google переводчик этот сайт. И давайте сегодня я вам о нем расскажу. Я уже зарегистрирован на двух видеохостингах. Это уже третий. И от тех двух видеохостингов я видео не снимал, потому что нет абсолютно никакого смысла на них работать и загружать свои или чужие видео. Этот видеохостинг платит, и я проверил, и поэтому решил снять видео об этом хостинге. Так, давайте перейдем к нему, подробнее рассмотрим, что здесь и как. Значит, сразу хочу сказать, что для России, скорее всего, придется применять VPN, потому что российские аккаунты он почему-то блокирует, и нужно заходить там или из Германии, или из Голландии. Я из Польши, и поэтому у меня все нормально. С Украиной не знаю, как будет. Но вот с Россией, говорят, банят. Надо через VPN заходить. Значит, смотрите, зарегистрировался я. И что, как здесь можно зарабатывать? Создаем каналы. Я создал три канала для пробы. Первый канал — это про заработки, второй канал — про путешествования и музыка. И чтобы проверить, что пойдет. Заработок. Я опубликовал одно видео, путешествие 6 и музыка 9. Так вот, лучше всего пошла почему-то музыка, ну и чуть-чуть путешествие. И я музыку, естественно, добавлял больше. Значит, смотрите, как здесь идет заработок. Вам платят токенами LBC. И эти LBC можно выводить на кошелек и уже потом менять на доллары. И я это делал на бирже Ecoin. Дальше мы вернемся, и я вам покажу, расскажу. Реально можно выводить, и за буквально 3 дня я заработал уже 2 доллара. Но, как вы видите, загрузил я очень мало. Некоторые грузят по 100 видео в день и зарабатывают, естественно, в 100 раз больше. Так вот, давайте посмотрим, как я здесь заработал. Значит, ежедневный бонус здесь дают. Вот если зайти в награды, то мы видим, что награда за ежедневный заход тут можно получать от 1 до 100 LBC. Я получал и 1, и 2, и 5. Потом, значит, за приглашенного друга 15 LBC. Выполнять нужно какие-то еще действия. Например, за подписки, сейчас у меня их уже нету, давали LBC, и за просмотр видео, чужих видео. Если мы нажмем вот сюда, то здесь будет видео, которое можно просматривать, и вам за это будут начисляться эти LBC. Так вот, в день можно просматривать только 10 видео, которые будут оплачены. Ну а потом, естественно, вы будете просматривать уже без оплаты. Что здесь популярно и что здесь смотрят? Я так понял, что популярна в основном музыка или какие-то, допустим, трейлеры на видеофильмы. И вот смотрите, значит, например, вот мне дали бонус 1. И сейчас в бонусах вот 35 LBC. Я их не снимал, их можно снимать. Например, вот нажать на вот эту картинку, и можно разблокировать эти вот 3 LBC. Это вот как раз мне подарили под это видео. Значит, я их не разблокирую. Почему? Чтобы видео стояло в бонусе, в популярности, да? А когда уже наберет там где-то 100, то я потом их поубираю отсюда и верну сюда на баланс. И можно вот выводить. Сюда вбиваем как раз номер вашего кошелька на вот этом, на этой бирже. На этой бирже можно зарегистрироваться CoinsX без проблем по телефону.
Значит, смотрите, выводить можно хоть один. Да, и я как раз для проверки вывел сначала 1, потом 20, потом 30. И значит 50 уже этих ЛБЦ я обменял на бирже. Вот здесь вот биржа, и обменял их на USD. И вот если сюда посмотреть, эти 50 стоили 1,37. То есть если было их было бы 100, то стоило бы 2,70. Да? Ну, я вывел еще 20, и вот они сейчас стоят 0,58. Но я их уже еще не менял. То есть надо, чтобы было 50, а потом уже можно обменять. Но я решил их не менять и пока держать их в ЛБЦ. Почему? Потому что он начал курс расти. Раньше он стоил там 0,027, а сейчас 0,032 уже. Вот, поэтому курс растет, и я решил их не менять, а держать в ЛБЦ. Ну, а потом, естественно, можно уже вывести. Но давайте вернемся к сайту Libre. Значит, что здесь я еще хотел рассказать. Значит, по загрузке. Вот нажимаем сюда и публикацию. И берем отсюда, уже загружаем ваше видео в теги. Делаем и загружаем. И здесь вот обязательно надо поставить 0.1, чтобы было. И потом какой канал, можно также анонимно, и вам будет оплачиваться за эти просмотры. Здесь можно настроить язык, но я пробовал, сделал русский здесь, и он почему-то начинал глючить. Поэтому сайт только развивается, на русском пока его нет. Вот подписки, куда, на кого я подписался, это тоже необходимо было для получения вознаграждения. Здесь будет ваша реферальная ссылка. И вы можете зарегистрироваться по реферальной ссылке, я ее оставлю в описании. Создаете канал и приглашаете других людей через e-mail или где-то размещаете ссылки в соцсетях. Интересно то, что я зарегистрировался. И еще аккаунт сделал для жены и для дочери. Но они были заблокированы, потому что я заходил, в принципе, с того же IP-адреса. И они были блокированы. Поэтому будьте внимательны. Сайт такой серьезный, не хочет, чтобы были поддельные аккаунты и может легко заблокировать за что-то нехорошие ваши действия. Значит так, создаете канал, загружаете видео. Видео вы можете грузить свои, у меня их много, но можно грузить и чужие. То есть скачиваете видео, допустим, трейлер тот же, или музыку, и загружаете сюда. Оформляете и загружаете, и все. И выполняете, как я говорил, задание по поводу того, что происходило. Вот 14 просмотров. Здесь это и видео 5 просмотров. Так, и вот у меня подписчиков 13. Вот эти задания. Вот смотрите, 10 видео можно посмотреть и достигать уровня, и уже дадут 12 ЛБЦ. Ну, как вы поняли, то 100 это 2,5 доллара. Вот, поэтому, в принципе, цена неплохая этой монеты. И я думаю, что стоит здесь поработать и выводить. Как вы видите, я уже заработал 2 доллара. И цена ЛБЦ, может быть, будет расти и увеличиваться будет доход. Значит, смотрите, я загрузил всего 10 видео, но может быть чуть больше. И вот у меня уже 2 доллара. В принципе, неплохо. Например, на моем YouTube-канале я всего зарабатываю 30 долларов в месяц. Так у меня там видео, не знаю сколько, тьма тьмущая. Поэтому сейчас буду грузить дальше и смотреть, что будет дальше происходить. Все, всем спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому видеохостингу. Это один из видеохостингов, которые действительно мне понравились и на которых можно действительно заработать. Другие два я даже не буду говорить, как они называются, потому что там смысла вообще никакого не было. Все, всем спасибо, всем пока. Thank you.